шестой трек — это саундтрек «Тималайт». Маленький кусочек. Проверяем, чтобы не было косячков, и записываем опять. Могу сказать, я хочу на эту стену. Сейчас я нарезаю вот этот самый ролик, который вы смотрите прямо сейчас. Параллельно с этим Ира рубится в Guitar Hero. Пора на эксперт тоже переходить. Я думаю, такими темпами мы скоро останемся без барабанщика. В общем, сейчас уже почти 12 часов ночи. Нам осталось сделать всего две песни. Сложность будет заключаться в том, что одна из них полностью акустическая, и ее надо сделать очень качественно и красиво. Собственно, завтра нам предстоит последний день с выведением последних двух песен и полный мастеринг альбома, который, в принципе, у нас уже готов. Надо доделать некоторые недочеты. В общем, очень жалко, что скоро придется отсюда уезжать.